Республика Башкортостан. Громче, громче! Осташкина София, Саратовская область. Осташкина София, Саратовская область, простите. Жеребникова Вероника, Самарская область. Бродская Анна, Санкт-Петербург. Ефимова Алена, Санкт-Петербург. Девчонки, вы готовы? Начальная высота 70 сантиметров. Все готовы на эту высоту? Тогда начинаем. Обязательная высота, которую девочки возьмут. Будут прыгать все. А судьи как раз проверят, кто пойдет дальше. Итак, у девчонок две попытки на каждую высоту, пока не останется три человека. Алёна Ангелина! Можно. Воу, супер! Остангена София! Невысокая высота и жидкие аплодисменты. Давайте погромче. Жеребникова Вероника. Легко. Бродская Анна. Есть. Ефимова Алена. Прикольно. Чуть-чуть. Следующая высота 80. И здесь уже спортсмены могут пропускать. Они будут выезжать на белую линию и показывать судьям, прыгают они или пропускают. Первая попытка на высоте 80. Халюлина Ангелина. Прыгай, давайте поддержим ее. Вот, проехала. Ждем, у судей какое-то подозрение. Высота за счет. Хорошо, 8 сантиметров от Глина взяла. Остаркина София. Ой-ой-ой. К сожалению, София не взяла высоту 80 сантиметров, но у нее есть вторая попытка. Жеребникова Вероника, высота 80 сантиметров. Пропускает. Бродская Анна пропускает. Ефимова Алена пропускает. Переходим ко второй попытке. Остаркина София, высота 80. Да, есть. Следующая высота 90. Начальная мужская. Судьи поставили планку на нужную высоту. И первая попытка Халюлина Ангелина будет прыгать. Опа! Зачет! Супер! Вот тут громко на трибунах не слышу. Остаркина София, 90. Соня, это уже традиция, наверное.
Первая попытка не в зачет, но есть вторая. Жеребикова Вероника. Прыгаешь? Будет прыгать. Давайте пока попробуем Веронике. Еще громче, она просто громче. Можно. Этот прыжок называется «Зум». Я думаю, что другие девчонки будут потом брать более высокую высоту. Это такие прыжки. Бродская Анна. Пропускает скиф. И Зимова Алена. Скиф. Вторая попытка. Оставлена София. Давайте дадим бурные аплодисменты Соне. Она, к сожалению, выбывает из соревнований с высотой 80 сантиметров. А мы переходим на высоту 95. 95. Халиулина Ангелина, первая попытка, аплодисменты! И она поехала. Не лови планку, у нас есть специальные люди. У тебя есть еще вторая попытка. Жеребикова Вероника, высота 95. Прыгает. Скипает, пропускает. Бродская Анна. Пропускает. И Зимова Алена. Пропускает. И у Ангелины вторая попытка на высоте 95. Молодец! Аплодисменты Ангелине. Определенно она уже занимает четвертое место. Если ничего не произойдет. А мы выясняем следующую высоту. У нас осталось три девушки, а это финал. И значит, высоту мы будем выбирать. Метр. Метр. Это они ко мне так обращаются. А так они 100 сантиметров хотят. Итак, высота 1 метр. У нас осталось 3 участницы, а это значит финал. А это значит 3 попытки. Жеребикова Вероника. Легко. Бродская Анна. Анна прыгает к зуму. Легко. Алена пропускает. Следующая высота. Девчонки, 105. Аня. Сколько? Итак, высота 105. Снова 3 попытки. Планка готова. Аплодисменты для Жеребиковой Вероники. Анна пропускает. Бродская Анна. Да, супер. И Ефимова Алена пропускает. Узнаем следующую высоту. Аня. 110. 110. 110. Высота 110. Жеребикова Вероника. Прыгает.
Ай-яй-яй, коленкой задела. Но у нее есть еще две попытки. Давайте поддержим аплодисментами. Не надо. Сейчас я у них отберу аплодисменты. Бродская Анна, первая попытка. Анна взяла высоту. А для зрителей в эфире после прыжка нужно выехать за фильм.